На улице какая прелесть сегодня. Воздух. Когда сидишь долго дома, долго вообще занимаешься. Постоянно какие-то у тебя расклады, чистки. Погода сейчас в Екатеринбурге, конечно, на Урале у нас встал, потому что у нас замерзает земля. А так, в большинстве случаев, когда дома проводишь время, становишься уже такой серо-буро-малиновой. И когда удается выйти на воздух, это просто счастье. Поэтому не забывайте дышать. Это очень круто. А когда еще выходите на улицу, всегда благодарите. Благодарите Вселенную, Бога. Кто как называет это. Благодарите за все, за то, что вышли, за то, что видите всю эту красоту, за то, что вы живы, за то, что вы проснулись. Будьте благодарны. Когда начинаете благодарить, и когда вы открываете в себе позитив, убираете зло, ненависть, вот эти вот комментарии нехорошие, да, которые люди там, блин, любят прямо выплескивать это все. Всю гадость свою, негатив. Не так сидите, не так свистите, не то говорите, губы не такие, глаза не такие. Когда у вас вот это все уходит, у вас начинается прекрасная жизнь. Вообще классная просто. Вы начинаете замечать только хорошее. Даже в людях, в природе, в погоде. Неважно, на улице дождь, зашибись. На улице снег, прекрасно. Холодно, отлично, посижу дома, есть время для чего-то другого. У вас начинается совсем все по-другому. Энергетика другая, и люди к вам притягиваются другие. И даже зарабатывать вы начинаете. Потому что абсолютно другая энергетика. Помните, пожалуйста, об этом. И выходите почаще на улицу. Это так круто.